разговариваю с мамой, с дядей Андреем. Дети, дяденьки и дамы из министерств, студенты, спортсмены, добровольцы. Такая сборная сегодня сажала деревья возле Казанского центра грибных видов спорта. Пришли с дочерью на этот субботник, чтобы посадить саженцы барбариса. Сам сажал и на работу всех настраивал Рустам Миниханов. Президент посадил несколько елей. Как дела? Нормально? Так в этом месте укоренились ели и сосны обыкновенные, сосны горные, рябины черноплодные, дубы, лиственницы, каштаны и редкая в наших местах айва. Получилась целая лесная сборная из 400 деревьев. Прошло замечательно, я посадила 4 дерева, чему очень рада. Хотим, чтобы все-таки у нас как можно было больше зелени, когда вот гуляем в парках. Вот мы хотим сделать все это место, оно было зеленое. В парке Победы для создания аллеи памяти объединились участники Союза наследников России, представители молодежной организации ДОСАВ, депутаты. Высадили 150 яблонь и сирени. Мы создаем такой живой памятник, где каждое дерево посажено к какому-то конкретному защитнику нашей Родины. В сквере на пересечении улиц Кулахметова и Серова посадили 20 яблонь, и они уже цветут. В общем, просто песня. Когда яблони цветут, всем девчонкам нравится, чё бы им цветы дарили красивым. И красивым. У нас все красавицы! В Матюшинском лесничестве мир краши с помощью лиственниц, сосен и пихт делала тоже сборная, от школьников до прокуроров. Многие приехали с детьми, с женами, показать, как вот надо, можно охранять и беречь лес, не только там писать бумажки разные, можно и своими руками что-то чем-то помочь. В Альметьевске горожане смогли получить саженцы яблонь и груш в обмен на макулатуру, батарейки и посуду. Так город стал плодоноснее на 1500 деревьев. Ажиотаж с самого утра, с 7 утра стоят люди, ждут, когда уже начнем. Замечательное начинание, значит, и польза для экологии, и польза приусадебным участкам. В Нижнекамском районе добавили зеленых красок лесополосе, ведущей к поселку Красный Ключ. Появились 300 березок. Так как корабельная роща у нас стареет, вот омолаживаем постепенно его омолаживаем. Акция посадки леса прошла во всех районах республики. В ней приняли участие более 30 тысяч татарстанцев. Вместе они посадили 2,5 миллиона молодых деревьев. Дмитрий Аринин, Игорь Романов, Алина Мусина, Данил Филатов, Фуат Гайсин, Булат Шефигулин, ТНВ.